Сегодня в столице стартовал 14-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Он посвящен этническому и региональному кино. Половина картин, представленных на конкурс, создана за пределами страны. Еще одна особенность – начался кинофестиваль показом спектакля. Кто я, Ольга? Почему ты приехал до Праги? Кавку не ищете? А не хотите с никим выспать? В этом году кинофестиваль стал по-настоящему международным. 5 из 12 представленных картин иностранного производства. Практически все русские картины созданы совместно с зарубежными партнерами. В работе жюри будут участвовать кинодеятели из Грузии и Австралии дистанционно в режиме видеоконференц-связи. Вот сейчас картина «Пальмира», которая будет, там главную роль играет замечательный венгерский актер, прекрасный просто, увидите. И там снимались все в Дагестане, но финал снят в Турции. Датское кино, все по справедливости, очень модный кинематограф датский сейчас. Индийская картина, но это совершенно не то индийское кино, которое мы помним. На фестивале представлены две картины чувашских режиссеров: «Такая странная любовь» Марата Никитина и «Тайны древней Волги» Юрия Юмана. Последняя основана на исторических преданиях чувашского народа, открывает забытые страницы истории Среднего Поволжья. Как ты посмел посмотреть на дочь великого хана? Еще и, наверное, хочешь отхватить кусок ханской земли с помощью моей сестры? Ожидается, что гостями кинофестиваля станут известные артисты театра и кино Даниил Страхов, Алиса Гребенщикова, Сергей Чонишвили, российский композитор и скрипач Алексей Айги. Ольга Алексеева, Александр Атиков, Республика.